Мария, вы как специалист более 20-летним стажем в биорезонансных технологиях, сегодня мы хотели бы поговорить больше об вашей экспертности. Мне было бы очень интересно узнать, как вы вообще к этому пришли и что вообще такое биорезонансные технологии. Добрый день. На самом деле я пришла к этому 20 лет назад по причине здоровья собственной дочери, но как-то так сложилось, что я с молодого возраста искала альтернативный способ решения вопросов по здоровью. В 24 года мне сложилась моя ситуация, где мне хотели посадить на гормоны, и я поняла, у меня был лишний вес. И я понимала, что гормоны могут только его добавить. И я искала варианты, как с этим справиться без лекарств и без гормональных препаратов. И мне это получилось. Когда у меня родилась дочь, я поняла, что нужно что-то искать еще, потому что те способы, которые я знала, не помогали. И вот таким образом я пришла к биорезонансным технологиям. Интересно. Скажите, пожалуйста, какая основа в этих биорезонансных технологиях и какой прибор вы считаете необходимым и самым главным в биорезонансных технологиях? Давайте, наверное, немножко расскажу нашей аудитории, что такое биорезонансные технологии. Потому что не все понимают, далеко, наверное, не все понимают, что это такое, да? Биорезонанс. Био – это живая какая-то система. Резонанс – это что-то вступает в взаимодействие с живой системой. И вот в данном ситуации живой системой выступает человеческий организм. И все, что взаимодействует, вступает во взаимодействие с живым организмом, называется биорезонансом. Все идет через волновое воздействие. То есть звук – это волна, свет – это волна, осязание – это тоже запах идет, это тоже это через волновой эффект. И вот получается так, что на все это реагирует наш организм. Что-то благоприятным образом, что-то нам нравится, как, например, приятная музыка, да, или как скрежет пенопласта по стеклу, нам не нравится, да, это тоже звук, но он вызывает у нас неприятные ощущения. Mm-hmm. И вот также все, что взаимодействует с нашим организмом, биологической системой или биологической системой животного, это все воспринимается положительно или отрицательно нашим организмом. Mm-hmm. Все эти воздействия внешних факторов, их можно зафиксировать в волновом частотном диапазоне. И вот это с одной стороны, как воспринимается нашим организмом весь окружающий мир, а с другой стороны, наш организм – это тоже живая биологическая система, которая излучает энергию, имеет собственную энергию, имеет свои частоты, имеет свои волны. Потому что мы даже чувствуем друг друга энергетически, нравится нам человек, не нравится, да, на каком-то подсознательном уровне. Каждый орган в организме человека тоже имеет свою здоровую частоту. И когда-то еще около 100 лет назад ученые это замерили, и оказалось, что у сердца своя здоровая частота, у печени своя, у почек своя. И вот с точки зрения биорезонанса, болезнь – это отклонение вот этой здоровой частоты от нормы. В одну сторону, вверх, если повышается частота, это воспалительный процесс, если вниз, это хронический процесс. Второй вопрос, да, что-то же влияет на эту частоту. И вот есть патологические факторы, которые влияют на то, что эта частота сбивается. Это стрессы, это какой-то некачественный продукт питания, это наш воздух, которым дышим. То есть все, что вокруг влияет на нас негативно, оно тем или иным образом влияет на наш организм. Организм сейчас вступает с ним в борьбу. Если он не справляется, этот агент сбивает частоту органа, и она снижается. А биорезонансные технологии, они нацелены на то, чтобы с одной стороны выявить, есть ли отклонение от нормы в работе органов и систем при помощи вот этого биорезонанса, а с другой стороны воздействовать на эти органы, чтобы восстановить их и убрать то, что им мешает. Ну вот так. Ряд приборов в биорезонансе, которые могут замерить эти частоты органов и систем, а есть приборы, которые могут воздействовать на восстановление. И вот прибор Life Balance – это мой любимец, который спасал меня не раз в разных ситуациях, и вот именно он имеет в себе две антенны, одна из которых нацелена на то, чтобы восстановить
органы и системы, а другая на то, чтобы убрать те патологические факторы из организма, которые сбивают эту здоровую частоту органов и системы. Два в одном у нас получается. Да, получается два в одном. Да, два удовольствия в одном, можно так сказать. И таким образом получается лечебный эффект. Хорошо. А если мы берем традиционную медицину в виде врачей и тому подобное, в чем преимущество или не преимущество биорезонансных технологий и лайф-баланс? Чем отличие основное биорезонансных технологий, в том числе восстановление здоровья прибором лайф-баланс, от лекарств? Давайте возьмем, потому что основное лечение – это лекарство. Лекарство в 99% случаев нацелено на то, чтобы снять симптомы. То есть, если это болит голова, мы что делаем? Пьем таблетку, снимаем головную боль. Не факт, что мы убрали причину головной боли, да? Прибор Life Balance, он нацелен на то, чтобы, с одной стороны, и убрать симптом, если это болит голова, но постепенно и убрать причину, которая вызвала эту головную боль. И когда мы убираем и причину, восстанавливаем работу органов и систем, мы можем избавиться от любого нарушения навсегда. А это не опасно для здоровья, в принципе? Настолько глубоко взаимодействует наш организм? Чтобы понять, опасно это не опасно, нужно понять, какой диапазон частот. Потому что на самом деле есть волны, которые опасны. И вот волны, которые излучает мобильный телефон, которым мы пользуемся каждый день, вот эти волны на самом деле, они опасны, и многие уже об этом говорят. Wi-Fi тоже опасен, потому что это волны, которые чужеродны для нашего организма, и они появились не так давно. И наш организм воспринимает их как что-то чужое. Со временем он к этому начинает привыкать, адаптироваться и как-то реагировать, но это не родные частоты для нашего организма. А вот частоты, которые находятся в приборе, это частоты наших органов и систем. То есть это как камертон нашего здоровья. То есть здесь внесены частоты, и они напоминают, например, если сердце отклонилось от нормы, вносится частота здоровое сердце, и сердце вспоминает, как работать ему на здоровой частоте и подстраиваться. Вот. Ну, вот маэстро так вот. Организма получается. Да, настройка организма получается. А с другой стороны, вторая антенна, она нацелена на взаимодействие с паразитарными нагрузками, например, с вирусами, с бактериями. И это совсем другие частоты. Они не входят в резонанс. Волна не затрагивает никакие органы и системы. Поэтому навредить этим приборам невозможно. Хорошо, это звучит прям как маленький помощник в кармане нашем. Но возможно вообще привыкание к такому прибору и к таким волнам, которые мы можем взаимодействовать на наш организм? Но наш организм, он привыкает ко всему, даже к нехорошим вещам. Он может приспособиться, привыкнуть. Это его способность. И слава богу, что у нас такая способность есть. Потому что если организм находится в длительном дискомфортном состоянии, даже если что-то сильно болит, потом организм купирует эту боль, и человек не так ощущает эту боль. Потому что если он постоянно чувствует, он может сойти с ума. Да. Но есть вещи привыкания хорошего качества. Да, это как, например, утренняя зарядка. Мы к ней привыкаем и начинаем ее делать. Да? И уже утром ты просыпаешься и понимаешь, что чего-то тебе не хватает. Да? Нужно взбодриться и сделать зарядку. Есть привыкание, например, к кофе. Да, кофезависимость. Многие люди, да, некоторым нравится чашечка кофе, некоторым не нравится. Но зависимость можно легко проверить. Вот, например, я тоже проверяла себя на кофезависимость. И я попробовала 21 день не пить кофе. Что будет с моим организмом происходить? Я поняла, что ничего не происходит. Я нормально живу, и я также энергетически чувствую себя. И чашка кофе, которую в день выпиваю, это моя независимость, это мне просто нравится, это привычка. Но зависимости от нее нет. Точно так и прибор. Я уже около 20 лет пользуюсь этими технологиями. Я проверяла, и месяц, два, три я им не пользовалась, и мое здоровье совершенно никак не ухудшалось. И я понимаю, что это не то, что как отмена лекарств. Есть такой эффект отмены, когда ты отменяешь, и резко ухудшается здоровье. Здесь этого абсолютно нет. И некоторые люди, как моя дочь, они пользуются только в экстренной ситуации приборами, когда срочно нужно что-то решить. А есть люди, которые для профилактики это тоже применяют, периодически настраивая свой организм на здоровую частоту. Это отлично. Можете привести какие-то яркие примеры, давайте топ-3 примеров оздоровления из вашей практики? Можно взять абсолютно любую сферу. Ну, первый топ, наверное, это был мой личный результат с дочкой. В 5 лет у моей дочки поставили диагноз аденоиды третьей степени на фоне того, что с детства у дочки постоянно были ангины. И когда я обратилась к специалисту, лор-врачу, которая занималась уже на тот момент
биорезонансными технологиями. Mm-hmm. Она делает биорезонансную диагностику. Она видела, что в организме происходит, помимо симптомов, причину. Да. Mm-hmm. И она сказала мне тогда очень важную вещь. Мамочка, запомните, что все причины уха, горла, носа у детей – это паразиты кишечника. И пока вы от этого не избавитесь, вы не справитесь с этими заболеваниями, у него постоянно будет обостряться. Но поскольку у вас уже следствие доросло до того, что дано до третьей степени, то нужно, конечно, и со следствием уже бороться, и с причиной. Потому что аденоиды – это иммунный орган, и вы никогда... Ну, то есть, если удалить аденоиды, вы просто удалите часть иммунитета, который борется с инфекцией, которая там находится. Она посоветовала мне тогда первый прибор. Мы его заказали, я не знаю, просто на двери к доктору я его купила, потому что операцию делать не хотела. Mm-hmm. А в этой ситуации нужно уже было делать операцию, потому что ребенок ночами не спит, он задыхается, потому что дышать нечем, постоянно дышит ртом, а это очень вредно. И тогда вот я согласилась на такой эксперимент. Mm-hmm. И через месяц мы уже спокойно дышали. То есть отек ушел, отек ушел, ушел именно отек. Аденоиды, конечно, еще не уменьшились, но отек ушел. А вот через 3 месяца, я когда пришла к этому же доктору, она сказала, впервые в жизни вижу, чтобы аденоиды пошли вспять. Потому что если нет с чем, не необходимости организму бороться, он перестает выстроить этот барьер. То есть гланды нарастают, это тоже иммунитет защищает от попадания инфекции в глубину. И мы вырезаем гланды, и потом со временем у человека начинает болеть сердце, а это стрептококковая инфекция, которая была, она проникает так глубоко. Ну и так далее. То есть вот эти все вещи, они никогда не обходятся организму потом бесследно. Поэтому ничего лишнего в организме нет. И вот таким тогда я поверила в эти технологии. Это был первый вот топ мой, да. Второй был яркий такой результат. Это произошло, когда был период коронавируса, и мы были в лесу, ну, в доме, где прочистки в лесу, и туда очень трудно добраться. И нашу собаку укусила гадюка. Да. Она очень такая лезет во все норы, она охотница, муж ветеринар. И он сразу увидел следы, вот явные укусы на лице, ну, на морде лошади, собаки, да, следы укуса гадюки. Не было, не принесло ничего, что можно сразу уколоть. Единственное, что был димедрол, но он спасти ситуацию не мог, он только мог немножко помочь снять отек. И единственное, у нас были приборы. А скорую вызывать или что-то вести, мы глубоко в лесу, уже поздно, никто сюда не приедет. Никто. Еще для собаки, да. И тогда мы начали спасать, единственное, что у нас было, это прибор. Мы поставили программу аллергия сразу, сразу лимфодетокс поставили программу, вот антисептик, вот эти программы мы сразу поставили и гоняли по кругу. Через, ну, вот собака лежала мне на коленях с глазами, которые были полны надежды и слез. Это было мне, это было очень больно на это смотреть, но на другое не на что было надеяться. Конечно. И вот, вот тогда мы получили очень яркий результат, когда мы увидели, что через 3 часа собака ожила, она начала пить воду. На следующий день она уже все кушала, и вот так, а так мы могли, очень было случай у Виталия, вот как у доктора-ветеринара, что собак не спасали, что они погибали, потому что это близко мог произойти отек, перекрытие гортани, отек, и все. Это был топ-2, да? Да. Третий был случай такой интересный, когда, то, что мне приходит на память, когда мы были в Египте, отдыхали, и те, кто есть дети, понимают, что дети там, они пьют воду, едят мороженое, все включено, да? И тут я слышу разговор, в трубку ругается со страховой компанией, это вечер, часов 10 вечера, в лобби девушка ругается и говорит, ну как вы не можете приехать? У меня у ребенка температура высокая, завтра, ну как завтра, если сейчас нужно что-то спасать? И они ей просто говорят, мы не можем приехать, вы далеко находитесь от города, аптека тут уже закрыта. В доктору тоже уже ушел из отеля. Да, это все. И я подхожу и говорю, вы знаете, ну, у вас выхода нет, я могу вам попробовать помочь. Что у ребенка? И она говорит, ну, скорее всего, ангина, очень сильно болит горло, а мы сейчас болеем ангинами, помогите чем-нибудь, да? И я просто вот даю прибор, ставлю программу, говорю, попробуйте. Во-первых, сразу упала температура через пару часов. У ребенка, это мне мама рассказала. И через 2 суток он сами купался в бассейне. Без лекарств, без ничего. Вот это был яркий такой пример, как мы быстро спасли ситуацию за границей, где, ну, иногда срочно, никто тебе помочь не может, да. Вот так вот, это вот такие острые случаи. Ну, это довольно яркие случаи.
Да. Демонстрация эффективности биорезонанса как таковых технологий. Вот так вот, то есть это тоже показывает о том, что приборы могут быстро помочь как в экстренной ситуации, но и в любой жизненной ситуации, как скорая помощь в том числе. Кому биорезонансные технологии подходят больше всего? И есть ли какие-то ограничения для людей, которые, например, прямо сейчас хотят попробовать, но они не уверены, для них это или нет? Угу. Ну, давайте начнем с ограничений. Что, поскольку я говорила, что это безопасно, но есть одно абсолютное противопоказание для применения – это пересаженные органы от человека к человеку. Поскольку у этих людей и за счет того, что пересажен им чужеродный орган, может произойти отторжение. Им колят специальные препараты, снижающие иммунитет, для того, чтобы иммунитет не начал отторгать чужеродный орган. А поскольку наш прибор настроен на восстановление, в том числе и работы иммунной системы, он может просто способствовать отторжению чужеродного органа. И поэтому применять этим людям антенну антипаразитарную можно, а вот терапевтическую, то есть которая восстанавливает органы и системы, нельзя. Но ни кардиостимулятор, ни титановый сустав, никакие другие вот острые какие-то симптомы не являются противопоказанием. А кому он показан? Ну тут, знаете, говорить всем это ни о чем. Начну с того, что в нашей семье с рождения моих племянниц, мы применяем эти технологии. У нас сейчас уже вот, ну, они просто родились у меня на глазах, и я видела, как у них пучат животики, как у нормальных детей, путают день с ночью, начинают лезть зубки, но это все дети без этого практически не обходятся. И тут очень хорошо помогает программа, если пучит животик, регуляция желудочно-кишечного тракта. Великолепно помогает эта программа. Когда лезут зубки, это программа антисептик и антиболь. У детей они путают день с ночью, и ставишь программу антистресс, они сразу буквально на второй минуте они засыпают от этой программы, да. Вот так вот. Это касаемо маленьких детей. То есть проверено на собственном на опыте. Да. Следующая категория – это школьники и студенты. Сейчас на детей идет большая нагрузка. Как умственная нагрузка, так нагрузка на зрение. Нагрузка на позвоночник, потому что немного сидят, приходится писать. Сейчас гаджеты, многие электронные книги используют, компьютеры. И вот здесь очень хорошо помогают программы. Это снятие зрительного утомления. Программа «Усталость спины», программа «Умный ребенок», где способствует запоминанию, способствует улучшению памяти. Ну, вот такие программы, которые помогают. Ну и, конечно же, наши мамы всегда переживают, есть дети часто болеющие. Ну, да. Да. И здесь очень хорошо есть программы ОРВИ, ОРЗ, которые помогают быстро восстановиться и во многих случаях без абсолютно необходимости, если вовремя сразу заметить первые симптомы, когда ребенок пришел вялый со школы, или там болит горлышко, говорит, то тут сразу, если включить программу антисептику, ОРВИ, ОРЗ, грипп есть программа, и можно очень быстро остановить, и на следующий день даже дети себя чувствуют отлично. Сразу могу предупредить вопрос, когда задают, что а есть вдруг поставил не ту программу, а вдруг не это, да, окажется. Здесь есть такое понимание в биорезонансе, что если нет резонанса, никакого лечебного эффекта нет. Если, например, мы думаем, что это стрептококковая инфекция, поставили эту программу, а это не она, просто волна пройдет мимо. Мы не получим никакого положительного эффекта, но мы не получим и отрицательного. То есть, если не получился результат, значит, не попали в ту инфекцию, в которую необходимо воздействовать. Но для этого у нас есть другой прибор, да? Да. который позволяет выявить, что находится в организме. Поэтому это не наша сейчас тема разговора. Следующая категория, ну, я уже говорила, это путешественники. Это моя любимая категория, потому что я сама путешествую очень много, и всегда у меня с собой есть приборы. Есть у меня еще перекись водорода, есть со мной активированный уголь на всякий случай. И прибор, все. И вот у нас был случай, когда мы приехали в Таиланд. Страна такая экзотическая, жаркая. И по дороге у нас автобус везет в отель, маленький бусик, и у нас несколько человек. Мы остановились на рынке.
и у нас в пакетах упакованы фрукты. Ну, чтобы их не резать, ничего, и мы все их съели. Мы не знаем, сколько они там у них лежали на солнце, какими руками они их делали. У нас у всех произошло расстройство, и очень сильное. И отравление, и активированный уголь, большое количество воды, программа регуляции ЖКТ, детоксикация организма. На следующий день я себя отлично чувствовала. Ребята попали в больницу, в которую со мной ехали. Им испортился отдых. Поэтому, чтобы не испортить себе отдых, берите с собой прибор в поездку. Следующий такой случай был у меня знакомая в Барселоне. Сломала себе мизинец, ударилась, и вот такая распухшая нога. И она говорит, я не знаю, завтра ходить экскурсия, все запланировано, на неделю только приехали. И она привязала прямо к ноге, у нас есть травма-реабилитация. И она привязала прибор к ноге, вот ставила эти программы. Там несколько есть программ при переломе, ушибе. У нее нога на утро еще болела, но отек спал. Она смогла обуться и идти гулять. Да, еще боль была, 2-3 дня еще болела нога, но она ходила. Путешественникам обратить внимание. Да, да, потому что вот знаю, что если, например, даже если перелом, то быстрее сращиваются кости, если мы применяем наши приборы. Следующая категория – это предприниматели. Поскольку я сама предприниматель, я знаю, что для нас время – это деньги. Да. И нам, это, во-первых, нам некогда болеть, а во-вторых, нет времени на то, чтобы следить за своим здоровьем. И вот здесь, и вот здесь очень помощник для профилактики и сохранения своего здоровья. Очень хорошо помогают наши приборы восстановления, антистресс, регуляция, поддержка организма. И самый контроль ты можешь делать, и также восстанавливать свое здоровье при помощи прибора Life Balance. Ну и, конечно же, наши замечательные родители. Моей маме 80 лет, она очень любит жаловаться на здоровье, мы часто выводим по врачам. Мне даже холестерин в норме, чтобы вы понимали. Вот, потому что она с приборами уже больше 5 лет, и давление мы с ним, если вдруг повышается давление, мы тоже с приборами справляемся с давлением. У нас есть программа, когда быстро нужно снизить давление, у нее есть программа по гипертонии, которая периодически. И в принципе, врачи даже удивляются, что в ее возрасте такие показатели. Практически от нормы нет отклонений никаких. Недавно сдавали анализ крови, очередной раз. Так что вот такие вот результаты. Возрастный показатель с нашими приборами. Да, да, да. То есть можно поддерживать организм в любом возрасте. Нельзя сказать, что это волшебная палочка. Просто есть случаи, когда можно быстро восстановить организм, а есть случаи, когда это иногда и полгода мы восстанавливаем. И год иногда. Нужно браться терпение, потому что мы убираем и следствие, и причину, и получить можно хороший результат. Но есть случаи, когда уже процесс необратим, и мы знаем такие случаи, то снять какое-то, облегчить ситуацию мы можем, но лучше, я всегда говорю, болезнь предупредить, чем потом с ней бороться. Конечно. Поэтому в первую очередь эти технологии для сохранения здоровья, для профилактики здоровья. Если уже какие-то есть первые какие-то симптомы, небольшая головная боль, какая-то аллергическая реакция, начинающаяся периодически, это уже первые симптомы о том, что в организме происходит что-то не так. Поэтому здесь нужно уже заниматься. Вообще лучше заниматься своим здоровьем с рождения. До глубокой старости. Давайте подведем итог всего нами сказанного, чтобы если вдруг люди перемотали видео и смогли полностью посмотреть. Life Balance у нас получается полностью безопасен и имеет лишь одно противопоказание, которое мы обговорили. Он не вызывает никаких привыканий. У Life Balance нет побочных эффектов, так как если мы взаимодействуем не на выбранное нам решение, то ничего и не будет. И самое главное и самое важное, он подходит от рождения до глубокой старости, и получаем мы результат здорового, счастливого человека, который может заниматься и фокусироваться на своих каких-то желаниях и мечтах, а не думать о здоровье, о врачах и бегать по аптекам. 100%. Да. Да, всем хочется пожелать крепкого здоровья, разобраться более детально в этих технологиях, обратиться обязательно к тому человеку, который вам дал эту информацию, и подробнее, больше познакомиться с нашими технологиями.